Приветствую вас, дорогие наши зрители. Очень странное название, но, скорее всего, это так и переводится, наверное. Эд Супермен, гнев тиранозавра Рекс. Очень жесткое название. Приключенческая игра в жанре песочница. Вы лично испытаете на себе напряженный процесс охоты Трекс. Используйте свою смелость и находчивость, избегайте их охоты, как можно скорее собирайте батареи в городе. Ремонтируйтесь там чего-то, кого-то и как-то это. 7 ноября, кстати, данная игра выйдет. Пока есть... ну, скинули ключик. Вроде как закрытое бета-тестирование. Предлагаю сразу же перейти к игре. Так, у нас настройки. Обычное все начало. Что у нас по языку? Язык у нас, соответственно, один. Звук. А что со звуком? Так, хорош. Что со звуком у нас? Почему нету звука? А, значит, игра без звука, да? Я понял, простите. Subter the fonts, main menu. И все. Escape, challenge A. Ну, в принципе, я просто нажму ОК и все. Чтобы не париться. Опа! Сразу же приземлился и ноги под текстурами камня. Нету звука, кстати, да. Для любителей множества интриг, связанных с завоеванием трона, и борьбой за власть очень понравится визуальная новелла Until King of Ravinia. Убийство, расследование, удержание трона, любовь и предательство. И это только маленькая ниточка огромного клубка запутанной и опасной истории королевства. Разгадай тайну мистической смерти короля Ravinia, оставшейся при этом в живых. Все ссылочки на игру оставлю в описании. Вообще никакой звук не поступает. А, вот, хоть бег есть. Приближать можно, уже хорошо. Ну, с рюкзачком такой, хоп-хоп. Давайте хоть посмотрим вблизи, как это все ложится. Ага. То есть, я вижу, что неправильно выглядят очки. Как-то странно. Они не держат вообще часть, получается. Ну, как бы, типа увеличитель. Так, что у нас есть? А, может быть, есть инвентарь? Нет, нихера нету. Скорость. Бить мы ничего нельзя. Действенько. Можем присесть. И все. У нас бег и присесть. Еще есть прыжок. Охренеть. Делали, кстати, на Unity, я смотрю. Так. Что нам делать? А, вон, батарея отображается. Запоздалая, кстати, бег. Очень запоздалый. Не совпадает. Синхры нет. Его просто, знаете, как будто скачали и наложили. То есть он не может перепрыгнуть вот это препятствие, серьезно. Хотя он прыгает выше, чем это препятствие, на удивление. Так, видим, какая-то штука, ешечка использует, допустим. И у него, видите, как он получается, как руки-базуки, короче, есть вот этот дурачок. Вот примерно та же самая система. Так, выпала еще батарейка. Забираем ее. Скорость бега показывает 12 км в час. Для чего это, опять же? Тут, видимо, чемпионат по бегу, что ли? Черный пояс по съебуся. 195 метров. Но у него же есть тут что-то, я не знаю. Целый рюкзак, а взаимодействовать не с чем, серьезно. А как это работает? Подожди, shift, у него стандартно, смотри, он стандартно бегает, нажимая shift, он чуть-чуть ускоряется и все. А-а-а. Все, я понял, как это работает. Система Nipper. Очень система Nipper. Так, еще 330 метров. Так, а смысл тогда? Мы вроде как и никого не встречаем здесь. Так, смена камеры. Можно бегать такого лица, может такого. Ну, по мне, вот так самое оптимальное видеть, по крайней мере, анимацию движения персонажа. Ну, типа постапокалипсис, все дела, но, блин, он, по крайней мере, эти камни, он вообще проходит, ноги проваливаются тупо. А здесь не может пройти. Так, ну что, здесь только проходить отсюда, получается. То есть он, видишь, хоп, нога сразу провалилась. Оп-оп, вообще жопой прокатился. Хорошо. Так, там идти наверх. Там идти наверх. Оп, пробежал. Провода. Вообще все хорошо. То есть какие-то баррикады, он не проходит.
Камни некоторые тоже не проходят. Видимо, они не как объекты расположены. Там же ведь тоже регулировка идет. Что это, бокс, не бокс там? Так, еще на матрике 300 метров. Но я просто бегаю, я сейчас даже не понимаю. Тут я никого встретить не могу. Есть, не есть, вообще непонятно. 270 метров опять. То есть мы 300 метров пробежали, сейчас я опять бежу. Знаете, он выглядит просто сам по себе, этот, как куда-то конченый есть, руки-базуки. То есть у него вот он стоит на одном месте, у него как будто руки мешают. Ну и бег, в принципе, такой широкий. О, как я хорошо баганул. Хоть она и выйдет 7 ноября, бляха, но зачем такое вообще выкладывать, по сути? Конечно, баги багами, но тут как-то очень слишком жесточайно. Оп, просто вообще провалился непонятно во что. Где здесь какие-то динозавры или еще что-то? Сама атмосфера-то неплохая, но дом, смотрите, вообще в воздухе стоит. Просто, блядь. Я худею. Можно как присесть-то, ёпта? А, кьюшка здесь. Смотри, воздушно летающий замок, ёпта. Класс. Класса, но. Так, ну и? Куда? Чё дальше? Я уже сколько батарей собрал? Для чего их беру? Для чего собираю? 170 метров. Ничего не происходит просто. Чисто собиралка, насладиться бегать? Серьезно? О, камни тоже в воздухе. Да, с объектами вообще здесь практически не работали, я смотрю. Вот это он не может перепрыгнуть, на удивление. Так, тут можно пройти? Вот здесь дом нормальный стоит. Частично, кстати, попадается, видимо. Вот здесь вообще он... А, это так разбито странно. Я понял. Внутрь нельзя заходить. Так двери не на петлях. Оп, вот на это сможет залезть мусорку? Нет. Хотя он перепрыгивает ее, по сути. Да, с физикой здесь тоже проблема. Как говорится, жопа есть, а слова нет. Частично в воздухе, частично на земле. Вот тут просто вот нас... Да ёб твою мать, бросает. Где он? А, он через раз как-то работает, что ли? Это, кстати, мы на супер высоких настройках. Я надеюсь, что разраб зайдет на мой ролик и напишет какой-нибудь коммент. А интересно, наверх умеет им пользоваться? Можно взаим... А, он лестницу вообще насквозь проходит, я понял. Тоже хорошо. Так а сколько можно здесь вообще собирать вот их вообще? Я вот тоже не понимаю, в чем смысл. Чисто побегать пейзажем, насладиться. Угу. А, так он их пинает. Но это же встроенный объект, вот этот весь. Кубик вот этот тот же самый, это же просто встроенный. А, вот здесь по мосту бегаешь, смотри, по полу ноги проваливается. Сейчас попробуем хотя бы спрыгнуть сверху, посмотреть, как эта система работает. Приземление. Оп, пиздекс, даже до места не добежал. Пол моста пробежал и упал в мост вниз. Меня окружают страшные игры. А здесь все, здесь больше ничего нету. Настройки такой, менюшки, все. Я предлагаю закончить, потому что я не вижу смысла продолжать просто бегать и наслаждаться и смотреть на баги. Мне кажется, вам тоже это не по кайфу. Поэтому в любом случае не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал. С вами был Хайлхант, ребятки. Всем спасибо, всем пока.